Знаете, самое главное, мне кажется, новогодняя традиция у нас с супругом. У нас большое событие. У нас ребенок повзрослел, ему исполнится завтра 19. Вот, и он переехал, у него началась отдельная жизнь. И у нас такое ощущение, что начался медовый месяц. Мы снова вдвоем. И это, с одной стороны, круто, что мы остались вдвоем, с другой стороны, есть легкая тоска, но у нас так много интересного всего появляется, в том числе традиции. Например, мы свободно можем перемещаться в квартире голышом и делать все, что мы хотим, потому что вот такое ощущение, что нам снова 18, и мы абсолютно свободны. И я мечтаю, как это ни странно, спрятаться в нашей квартире от всех и встретить Новый год вдвоем с супругом. Это вот прям моя мечта, чтобы были только мы вдвоем. Ни друзей, ни родителей, ни коллег, ни детей, никого. Вот просто вдвоем. Мне очень хочется, чтобы это состоялось и не появилась никакая такая работа, от которой невозможно будет отказаться. Во всяком случае, пока мы держим оборону. И надеюсь, что это будет прекрасной традицией, потому что все-таки это семейный праздник, и моя семья – это мой